130 единиц дорожной и коммунальной техники поступят в муниципалитеты и ДСУ края в этом году. Часть катков и грейдеров уже прибыла в Барнаул. Сегодня ключи передали новым владельцам. Один из грейдеров уже отправился в Шалабо-Лехинский район. Это долгожданное событие для муниципалитета. Техника поможет в борьбе с бездорожьем и уборкой снега. Большинство дорог, скажем так, 90% дорог населенного пункта – это дороги с грунтовым и щебеночным покрытием, которые требуют, соответственно, обслуживания. Вот. Такой техники у нас раньше не имелось в районе. Имеется лишь дорожная техника ДРСУ, центрального ДРСУ, которую мы постоянно используем. Не всегда своевременно эта техника предоставлялась. То есть тогда, когда уже частично... проводились работы с силами сельских поселений. Больше миллиарда рублей из краевого бюджета выделено на обновление регионального автопарка. 66 дорожных катков, комбинированных дорожных машин, автогрейдеров и других категорий спецтехники отправятся в муниципалитеты и города. Еще 64 в краевые ДСУ. Начиналась эта история с тех районов, где, если вы помните, были серьезные снеговые заносы в зимнее время, когда Виктор Петрович принимал решение о помощи муниципалитетам и государственным унитарным предприятиям. Сейчас уже после, скажем так, снятия тех острых вопросов, уже идет все в более плановом режиме. Техника, которая раньше поставлялась из недружественных стран, обслуживать ее довольно тяжело. В текущем году упор, естественно, на отечественную и некоторые аналоги, поставляемые из Китая. 387 единиц техники приобрели за 3 года существования программы обновления регионального автопарка. Это больше 3 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Закупка планируется и на следующий год.